Добрый день. Давно не был я в Икее. Вчера заехал. Разумеется, что-нибудь купил. Купил себе набор баночек. 7 штук. Вот они. Баночки. Вот еще одна баночка. Так вот. Что я хочу сказать? Хорошие баночки за 200 рублей. Раньше они были дороже. Сейчас они у них вроде как подешевели. Но это знаете сами. У них другие баночки я хотел купить. И они стоили вначале 100 рублей. Потом они их... Она по акциям бывали 69, ну 99 они. А потом несколько лет назад они у них стали 129. Сейчас вот захожу, огромная эта бумажка, теперь цена ниже, снова 99. Почему они не пишут, когда цена повышается? Что? Теперь цена выше. Вы опоздали, ха-ха-ха. Вот, но баночка это отдельная тема IKEA. Я баночки, они, крышка не просто съемная у всех, а не знаю, на большой вот так вот, а открывается вот так вот. Вот. Люблю я все, чтобы лежало у меня по баночкам, по коробочкам, чтобы раз, сразу взял, все нашел. Потому что вот оно валяется вот в какой-то вот таком поддончике, и того, ну, периодически просыпается, высыпается. А так я вот раз, и лежат, то есть могут быть постоянные баночки, где, скажем, лежат винтики, ну, или вот ящик у меня с винтиками, гаечками. А могут быть баночки, где что-то временно. Вот эти длинненькие очень хороши, видимо, мне. Ну, мне так кажется, еще не складывал ничего. Для карандашей каких-то вот таких принадлежностей, как пенал. Отлично, чик. Зато здесь не поломается, не высыпется. Опять же, если что-то горячее положить. Очень вот в такой вот, кстати, удобно хранить баночки олова с канифолью. Но опять же, если канифоли у вас много, можете вот такую баночку завести. Что в железную ты сразу тыкаешь сюда паяльником и отлично. Раз, попаял, закрыл, все на месте. То есть вещь очень хорошая, полезная. Еще, правда, ничего не сложил, но уже думаю над этим. Вот. Вот такие вот вещи. То есть очередное мое приобретение, которые я считаю хорошим. Можно играть как в конструктор, строить какие-то вот такие пирамиды. И какие-нибудь со смещенным центром. О, такое можно. Вот, ну, разумеется, они все, вот эти вот, вся куча складывается в эту большую. Можно вот так вот сделать. Можно какой-нибудь NAS положить в такую плоскую баночку и носить с собой. Но здесь такой бугорок, это, ну, не самый оптимальное использование места. Хотя вот он в кармашек, наверное, в какой-то влезет. Вот такие вот дела. Так что удачи. Все, чем хорошо класть на место, тем, что, ну, если вы помните, где у вас что лежит, легко искать, легко взять. Это экономия большая времени, потому что когда что-то не на месте, все это искать, бывает, днями, неделями что-то ищешь. Потом купишь новое, потом найдешь старый какой винтик, и он еще потом 10 лет валяется ненужный. Вот, а так, если у вас все хорошо, правильно сложено, опять же, чем эти коробки хороши, что мы их вот квадратные, скажем, вот, ну, вот там у меня вот от чая стоит коробка, она тоже квадратная, она удобна, ну, вроде как круг-то оптимальная такая фигура для площади, это, но квадрат, чем хорош, что он стыкуется. Вот они раз, что мы их чик, чик, вот. Так вот сложили, и все, ну, как говорится, вот оно. Это. А если мы клали бы какие-нибудь круги, то вот, допустим, у меня штуковина недоделанная, то оно занимало бы, ну, место, сами понимаете, больше. Вот, в этом плане очень удобно. Опять же, я вот, допустим, сыпали бы какую-то мелочь, что открыли, допустим, вот баночку, и у вас сразу все под рукой, чик-чик-чик, а не надо, допустим, в кульке, если у вас лежат, допустим, разноцветные скрепки, а вам надо это какого-то цвета, это вам их надо высыпать, куда-то найти, потом снова засыпать, то здесь вот оно. Вот, это советую всем, все класть на место, сортировать. То есть один раз вот я потратил время вот на вот эту вот рассортировку, ну, я тоже говорил, все, вот я, ну, прошел уже месяц, наверное,
несколько раз не надо было, я сразу открываю, я сразу вижу, что у меня есть, чего у меня нет, и стоит ли искать. Потому что бывает, ищешь целый день, там переберешь там несколько банок всяких, а оказывается, у тебя просто этого и нету. Вот. А так сразу видно, сразу взял, все. Все ништяк. Вот. И вот, соответственно, если вот они... перескочил на другую мысль, что компактно, много влазит. Вы сложили, у меня вот бывает, вот сейчас я вам покажу, для, ну, одну штуковину хотел изобрести, вот использовал вот эту хотел вещь. Это какой-то вот ролик, валик от ленточного магнитофона. Магнитофон это я разбирал еще, наверное, в школе. То есть это было, ну, сколько, ну, лет 20 назад. Вот, он 20 лет у меня лежит, вот понадобился мне, сейчас вот я его вытащил. И, как говорится, он есть не просит, мало ли для чего он пригодится. Вот, и периодически, ну, раз что-то валялось, там раз и пригодилось. Если вот вы занимаетесь каким-то хендмейдом, сами понимаете. Вот, допустим, одну я хочу завести для каких-то, вот у меня вот швейная машинка, сложить там от нее шпульки, и там еще кое-какие запчасти. Вот такую баночку раз и положил. И зато я знаю, что у меня все в этой баночке, ну, скажем, иголки ни во что не воткнутся, не сломаются. Так что баночки. Ну, опять же, можно, конечно, баночки было и не покупать. Вон из-под чая бывают хорошие баночки, вон она стоит. Бывают еще какие-то коробочки. Ну, что-то я люблю это дело, поэтому покупаю. Так что наговорил я много ненужного. Всего хорошего, удачи. Собирайте, берегите, все храните аккуратно.